Привет! Сегодня разберем песню певицы Канцлер Ги Чезаре Борджиа. И для начала исполню эту песню. Вновь звенят шаги по церковным плитам. Быть ли мне живым или быть убитым? Ставят свечки тени моих деяний. Не молит достойных, а покаяний. У святых от неба темнеют лица. Как посмел ты, грешник, сюда явиться? Сатаною жил, сатаной и сдохнешь. Вот потеха, если хоть потом вспомнишь. Ночью ходят в небо кадильным дымом. Ангелы от Бога несут ответ. Разум попрошает неумолимо. Может, никакого там Бога нет. В прошлом я побед одержал немало. Гордая тоска на главу склоняла. Солнцем золотым был под небом синим. Мой вчерашний день, ну а что же ныне? От историй грязных уж не отмыться. Муж сестры родной и брата убийцы. Все, что не украла судьба шалава. Это верный меч, да былая слава. Верный мой клинок из столецкой стали. Как холодный луч от слепой луны. Ангелы ответы нести устали. Ночные шаги слышны. Ангелы идут по церковным плитам. Морщатся брезгливо моим молитвам. Но молиться лучше, увы, не может скверный раб Господень Чезаре Борджиа. Ла-ла-лай-ла-лай. В песне используется 7 аккордов, довольно много для песни, но она в таком кельтском варианте написана, немножко со старинным оттенком звучания, поэтому чуть-чуть будет сложнее, сразу предупреждаю. Но аккорды простые, в начале грифа находится, и несмотря на то, что у нас без остановки идет перебор, перебор несложный. Просто нужно протренировать смену аккордов, которые проходят очень быстро. Аккорд АМ самый главный, тональность песни, то есть ля минор АМ. Зажатие на экране сможешь увидеть. Следующий аккорд, по сути, строится от аккорда ДМ, вот этого. Просто мы зажимаем первую и вторую струну на первом ладу, и третью на втором ладу, и четвертая остается открытой. Это DM7 получается. Не вот так, а вот этот третий лад мы смещаем вот сюда на первый. DM7. Следующий аккорд E7. То есть у нас есть аккорд E. С него оставляем E7. И по песне мы снова возвращаемся на аккорд AM. Так. Еще встречается аккорд G, который я бы посоветовал тебе брать вот таким образом, то есть безымянным пальцем зажать шестую струну на третьем ладу, а мизинцем первую струну на третьем ладу также. Сам я обычно беру аккорд G вот таким способом, но в нашем случае после DM7 очень удобно вот безымянным зажать аккорд G, ноту G. Сразу говорю так, привыкни, потренируйся, вот соедини аккорд DM7 и свободными пальцами. Средний прыгает на Си. Следующий аккорд C. После него сразу же встречается аккорд C7. То есть нужно зажать на третьей струне еще ноту Си бемоль. Вот, третий лад, третьей струны. Следующий аккорд F. Да, ну и аккорд EM еще будет. Мы посмотрели с тобой E7. Это, по сути, тот же аккорд, только он будет минорным. Вот. Вот эти аккорды нам нужно играть. В каком же порядке, смотри. С АМа начинается вступление. Его, по сути, мы играем боем. А перебор начинаем с аккорда DM7. Потом аккорд E7. Снова АМ. Потом опять DM7. Потом аккорд G. Аккорд C. Аккорд C7,
аккорд DM7, аккорд E7, аккорд AM7, потом аккорд F, аккорд EM и аккорд AM. Вот такие аккорды. Какой перебор? Смотря какой аккорд, начинаем дергать с пятой или шестой струны. АМ значит дергаем с пятой струны. Бас АМа приходится на пятую струну, не на шестую. Дергаем пятую струну, третью, вторую, первую. Если на одном аккорде мы долго сидим, нужно еще дернуть нижестоящую струну, то есть. Следующий аккорд DM7, дергаем с четвертой. Следующий аккорд E7, дергаем шестую, третью, вторую, первую. И снова АМ, пятую, третью, вторую, первую. И снова четвертую, третью, вторую, первую. Итого получается, соединим. Спуски вниз просто делаем. На аккорде DM7 начинаем дергать с четвертой струны. Бас, четвертая струна, нота Ре. Потом на E7 с шестой. И АМ с пятой и с четвертой. Следующий аккорд DM7, следующий аккорд G, C, C7. Вот здесь, когда C7 дергаем, нужно начинать с четвертой струны. То есть DM7 с четвертой, G с шестой, C с пятой, потом C7 с четвертой, потому что долго сидим. Потом идет аккорд DM7, аккорд E7, аккорд AM. Два раза. Ну, как в начале. Потом аккорд F, шестая, третья, вторая, первая. Аккорд EM, шестая, третья, вторая, первая. Аккорд AM, так, пятая, третья, вторая, первая. Четвертая, третья, вторая, первая. Вот и все. Просто в чем была проблема? В разных концертах она исполняла эти же аккорды чуть-чуть по-разному. В чем разность? Она иногда или путала, или сама, просто не знаю, специально так делала. Аккорд, вместо аккорда DM иногда играла F, только F. В конце два раза F, то есть получается. Но в последнем варианте видел то, что DM7, потом E7, AM, потом F, EM, AM. То есть вот такой вариант тоже есть. Еще есть вариант, наверное, она просто машинально воспроизводила. В конце два раза DM7 играла. То есть по удобству. Они звучат одинаково, эти два аккорда, потому что они параллельны. DM и F. Это мажор, это его параллель минор. DM. Вот и все. Нужно пробовать теперь наращивать темп. Если получается ровно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямые спуски вниз и ровно, без остановок нужно играть. Летом чуть-чуть разобрались, сейчас вернемся к нему, давай посмотрим вступление. На аккорде АМ оно играется. Какой тут бой? Вот такой вот бой. В правой руке играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот. Но в левой руке, кроме АМ, нужно будет еще открывать кое-какие левые струны. То есть иногда поднимать указательный палец и ставить обратно, то есть приемом хаммер-он, когда мы зажимаем обратно струну, только что воспроизведенную на открытой или на любой другой. Хаммер-он получается. И здесь тоже. И иногда будем открывать
Так, третью, вторую струну. То есть ре и соль струну. Итого делаем вниз, вниз, вверх. То есть когда удар вверх первый идет, открываем струну. И сразу же закрываем. То есть... После того, как один удар вверх сделали, закрыли, еще один удар вверх и вниз тут же сразу. То есть еще раз вниз, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. После удара вверх открыли, тут же закрыли, второй удар вверх и вниз. Смотри. После удара вниз, у нас некая пауза, и потом вниз, вверх делаем, подняв указательный палец. Это получается аккорд Асус 2. Разветвление, разновидность аккорда Е. Еще раз. Три раза нужно так сыграть одинаково. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И последний раз вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вот за четвертым разом меняется рисунок. Вот такой вот будет рисунок. Что в конце нужно сыграть? Примерно вот так. Кстати, на каждом концерте она это вступление всегда играет по-разному. Поэтому примерно одинаковый вот вариант такой вот будет. В конце играем бой в правой руке. Вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. И все. Вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Просто нужно будет еще влево открывать струны. Еще раз. Вниз, удар вверх, открыли. Еще удар. Уже на закрытых, да? Один раз вниз, два раза вверх и два раза вниз. Сначала открываем вот эти пальцы. Второй, третий и потом указательный. Сначала на Асус 2 бьем вниз. Хаммер делаем на первый лад, второй струны и снова в открытый. Итого. И пошел куплет первый. Начинается с аккорда ДМ, кстати. Но начинаем петь за такта. Вновь звенят шаги. То есть на ги приходится, на слог ги приходится аккорд ДМ. На АМ как бы начинаем. Вновь звенят шаги. Вновь звенят шаги по церковным плитам. Быть ли мне живым или быть убитым? Ставить свечки тени моих деяний. Не молив достойных окаяний у святых ад. На АМ начинаем петь с четвертого баса, то есть с четвертой струны. У святых от... Ну, по слогам прямо. На каждый слог приходится щипок одной струны. У святых от гнева темнеют лица. На АМ закончили, продолжим играть вторую часть первого куплета. С четвертой струны. У святых от гнева темнеют лица. Как посмел ты, грешник, сюда явиться? Сатаною жил, сатаной сдохнешь. Вот потеха, если хоть потом вспомнишь. На АМ уже в конце не играем перебор, а делаем один удар вниз, проводку, арпеджи вниз. Вот потеха, если хоть потом вспомнишь. Дальше начинается сразу припев. Аккорды АМ, F, G, АМ. Тот первый АМ, с которого мы начинаем, он относится еще к куплету, поэтому не считай его. По сути, аккорды припева F, G и АМ.
с аэма в конце начинаем. Вот потеха, если хоть паттерн вспомнишь. Вот такой вот бой простой. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, легко можно поделить. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Сначала удар вниз, потом вверх, вниз, потом вверх, вниз, вверх. И все. Соединим. Вот потеха, если хоть паттерн вспомнишь, ночью ходит в небо кадильным дымом. Ангелы от Бога несут ответ, разум вопрошает неумолимо. Может, никакого там Бога нет. Еще раз соединим, чтобы ты запомнил. Вот потеха, если хоть паттерн вспомнишь, ночью ходит в небо кадильным дымом. Ангелы от Бога несут ответ, разум вопрошает неумолимо. Может, никакого там Бога нет. В конце добавляем опять-таки открывашки на АМ. То есть удары вниз один раз, два раза вверх и два раза вниз. Смотри. Почему не делаем удар вверх, то есть вот вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз? Потому что хаммер, он происходит вот здесь. Палец сам закрывает струну. Вниз, вверх, вверх. Дальше начинается второй куплет. Все то же самое. Начинаем петь за такта. Закончили на асус 2. В прошлом я побед одержал немало, гордо я тоска на главу склоняла. Солнцем золотым был под небом синим мой вчерашний день, но что же ныне? От историй грязных уж не отмыться. Муж сестры родной и брата убийцы, все, что не украла судьба шалава, это верный меч, да была я слава. Заканчиваем на аккорде АМ опять-таки. Слава! И сразу начинаем играть бой. Слава! Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Слава! Кстати, припев нужно петь на октаву выше, но я не достаю в этой тональности, поэтому пою так. Куплет выше, а припев ниже. Хотя должно быть наоборот. Надеюсь, все понятно. Простые переборы вниз. Везде. Просто бас меняется, если... Вот я назвал, если аккорд ЕМ, F и G, играем от шестой, если АМ, С от пятой, если ДМ от четвертой. По сути, ничего сложного. Если научишься играть эти аккорды, то я тебя уверяю, будешь профи в простых аккордах. Это прям как этюд, тренировка вообще всех аккордов простых, какие есть. Хотел сказать, на классике у меня проще получается играть вот эти аккорды и быстрее почему-то. Ну, там, наверное, шире, у меня пальцы длинные, поэтому так происходит. Третий куплет очень коротенький. Ангелы идут по церковным плитам, морщатся брезгливо моим молитвам. Но молиться лучше, увы, не может земный раб Господень, Чезаре Борджи, ла-ра-рай-ра-рай. Конец, посмотрим. Это верный меч, да была я слава, верный мой клинок. Сразу петь начинаем, припев. Это верный меч, да была я слава, верный мой клинок. Из столетской стали, как холодный луч от слепой луны. Ангелы ответы нести устали, в тишине ночной шаги слышны. И то же самое здесь. То есть на АМ открывашки пальцем. Еще раз. Это верный меч, да была я слава, верный мой, на мой удар приходит. Верный мой клинок из столетской стали,
как холодный луч от слепой луны. Ангелы ответы нести устали, в тишине ночной шаги слышны. Все понятно. Третий куплет очень коротенький, споем его давай. Ангелы идут по церковным плитам, морщатся брезгливо моим молитвам. Но молиться лучше, увы, не может скверный раб Господень Чезаре Борджио. Опять там уже на ла-ла-ла продолжается припев. Надо довольно много послушать вообще оригинал песни, чтобы уже голосом попадать. Гитару отдельно пока тренируй, перебор и сразу бой. Да? Сначала медленно перебор. Раз, два, три, четыре, 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 раз, два. На каждом аккорде. И... потом уже в конце попробуешь соединить. Все, надеюсь, все объяснил подробно. Если есть вопросы, спрашивай. Не забывай заходить на хижину музыканта. Если есть заказы, еще заказывайте. Все, пока.